Рыбы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш второй прогноз на неделю в период с 3 по 9 июня 2024 года. Проанализируем, что вас ожидает, к чему стоит подготовиться и в целом, какие энергии будут преобладать у вас в течение этих 7 дней. Поэтому настраивайтесь на совместное чтение арканов, так как по визуальному ряду карт вам дополнительно идет своя индивидуальная информация. И приступим. Основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. Что здесь? Восьмерка монет, дежавю и паж монет. Дежавю это аркан, который присущ только этой колоде. Итак, это может быть возврат, знаете, как прежним пенатам. Сейчас объясню. То есть возвращаться к той деятельности, которой занимались ранее. Ну, к примеру, писали ранее книгу, сейчас повтор ситуации. Снова будете публиковаться, что-то издавать. Или что чему-то обучались, но забросили, теперь как самое время возобновить эти проекты, но с новым умом, с новыми энергиями подойти к этому вопросу, к этой ситуации. Дальше у кого-то как повторение мать учения, то есть кого-то можете повторно просто обучать. Ну, например, в инструктор по вождению к вам приходит тот самый ученик, так сказать, обновить свои навыки, чтобы пройти и сдать экзамен. То есть у каждого это может отыграться в своем ключе, в своей стезе, но это, знаете, как цикличность ситуации, отработка тех либо иных моментов, которые для вас будут очень важны. Посмотрим с вами, о чем будет говорить эта связка арканов относительно вопросов личной жизни. Анализируем ситуацию для тех, кто свободен. Здесь потузу чаш. Идет новая влюбленность, но справедливость вас призывает критично отнестись к ситуации и оценить все здраво. В особенности это касается ситуации служебного романа, потому что, скорее всего, вы уже в своей жизни наступали на такие грабли. И нужно понять, нужно, нужно ли вам повторение этой ситуации? Неужели вы до сих пор не усвоили кармический урок? То есть взвесить все за и против. Если вы у нас в любовных треугольниках, то аркан Сила это укрепление ваших позиций, это проживание одних и тех же эмоций, повторных ситуаций, или у некоторых из вас, ну у кого повторяется такая модель поведения, вы зачастую бываете в адюльтерах, то, допустим, если у вас завершились одни отношения, то снова, допустим, попасть в любовный треугольник. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, двойка монет. Двойка монет – это такая ситуация, как хоть разорвись. Балансировать между работой и личной жизнью или между работой какими-то еще обязательствами или хобби. То есть успевать все сразу, приложить ко всему максимум сил и трудолюбия. То есть объять необъятно. Получится ли это у вас? Да, получится. И еще... Как показывают арканы, если вы хотите устраивать качественные отношения, не поступайте так, как вы поступали в, ну, в предыдущих союзах, потому что это будет за собой влечь в те же самые проблемы. Оцениваем с вами ситуацию по поводу работы, бизнеса и карьеры для тех кто у нас сейчас не работает и работать не может справедливость это знаете как оценить свои таланты свои возможности трезво здраво и понять что если вы хотите в чем то ну, как бы зарабатывать быть реализованными то здесь нужно как, поднабраться новых навыков прокачать свои знания если конечно же у вас есть возможность заниматься аспектами репетиторства то есть тренерская работа учитель коуч наставник эм, либо может быть для кого то Тренер, ну то есть здесь, конечно, можете, так сказать, входить в одну реку дважды и снова заниматься этими процессами. Они будут приносить хороший доход. Если вы у нас являетесь соискателем, то Аркан Вселенная или Аркан Мир говорит о ситуации, что вы можете найти работу или международной компании дистанционно. Или, допустим, для этого вам нужно переехать, чтобы трудоустроиться за рубежом. У тех же, кто у нас является наемным сотрудником, Аркан Император. Это как восхождение по карьерной лестнице. Дежавю – это, знаете, как снова нужно, допустим, проходить ну, какой-то как экзамен, верификацию, аккредитацию ваших знаний. У некоторых может быть повторная смена руководства. Еще так может отыграться. Но в любом случае, даже если тут идет смена руководства вышестоящего начальства, то для вас это идет в плюс. Потому что для вас открываются новые перспективы роста и в плане карьеры, и в плане денег. Для тех, кто владеет собственным делом, аркан учитель, он же жрец, он же папа, говорит о ситуации, что вы будете монетизировать, допустим, свою деятельность еще через аспекты обучения. Неважно, чем вы занимаетесь, в какой нише. Может быть, даже там у вас ферма по выращиванию улиток, но это я образно говорю, да, вы можете взять, записать все аспекты, все азы, и, допустим, продавать этот краткий курс, как, с чего начать, с чего стартануть, так сказать, чем завершить. То есть не имеет значения, какая стезя, какое направление. Это ваше знание, ваш опыт поставить на поток и на этом заработать. Оцениваем с вами ситуацию по состоянию здоровья. Королева мечей. Это обострение ситуации. Как правило, это диагностика, это дополнительный чекап-лист. И если смотреть, по какой причине, для тех, в особенности, кто нагружается в ваши почки. Если у вас проблемы по пожуманит с почками хронические, то ситуация дежавю – это повторение ну, или ухудшение самочувствия, или, не дай бог, приступа. Если вы знаете, что у вас с этим есть проблема, и это в хронике, то позаботьтесь об этом и купируйте ситуацию раньше, чем она даст о себе знать. Смотрим с вами предостережение от карт. Здесь ложится король чаш, императрица и королева монет. Много у нас социальных карт, карт двора, карт общения. А здесь в первую очередь, если смотреть по этим арканам для девушек и женщин, ну это конечно же взаим, взаимодействие и общение с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы, и женщиной земной стихии, телец, дева или козерог. Почему? Потому что... Эти люди могут дать вам рекомендации относительно построения союза, личной жизни или с кем-то вас вести, познакомить, чтобы вы были в союзе. Опять же, рекомендации по улучшению вашего внешнего вида, то есть акценты на состояние здоровья, прокачку вашей внешности, может быть, модернизацию и смену вашего гардероба, пластика, косметологии и так далее. То есть спектр рекомендаций, которые могут быть для вас актуальными и действительно могут изменить вас к лучшему. Еще... По этим картам это может быть качественное взаимодействие с психологом, который поможет закрыть гештальт прошлого и позволить вам создать и структурировать нормальные целостные отношения. Поэтому здесь на самом деле у вас прекрасные перспективы. На совет и рекомендацию Аркан Башни. Обратите внимание, башня здесь не разрушена. Это карта структура, карта целостности. Может меняться обстановка, хаос, который быть вокруг этой структуры. Ваша задача выстоять, удержаться, знаете, как всем врагам на зло. Так вот, что такое башня? Конкретно в контексте этой колоды это выстроить структуру, это быть впереди планеты всей, это несмотря на какие-то перипетии четко гнуть свою линию и идти к своей цели, то есть быть выше всех, лучше всех, ярче всех, создать эту структуру, то есть сделать все для того, чтобы вами восхищались. Поэтому башня тоже может быть разной. Смотрим с вами на неожиданность периода. Какова здесь будет для вас ситуация? Ключ сад, карта сердца и дно колоды башни. Итак, ключ. Найти ключевое решение значимых для вас вопросов через ваш круг знакомых, через социализацию, через ваше окружение, через ваши связи. В особенности, кто-то может быть решением ключевой вашей проблемы, особенно если касается дел сердечных. То есть, как я говорила, с кем-то познакомить, с кем-то свести, то есть побыть с вахой, посодействовать тому, чтобы в вашей жизни кто-то появился. Далее, это как находить ключевое решение проблем, делать выбор по сердцу, прислушиваться к себе. Тем более одно колоды, как я показывала вам, аркан башни, карта структуры, то есть это созидать, что-то строить, что-то создавать в первую очередь. Опять же, то, что касается структурных органов, госучреждений, это помощь и содействие в решении любых вопросов или задач через ваши связи. Ну, ситуация, когда кто-то там вас без очереди то записал, пропустил, помог сделать документ и так далее. Вот такая неделя. Закрываем с вами все только в положительном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как отозвалась для вас информация, как она отыгралась и какие перемены произошли в жизни. Буду вам признательна за ваш энергообмен. Благодарю каждого из вас за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.